С вами канал «Улица Москвы». Поворачиваем на скоковую с Ленинградского проспекта. И двигаем сейчас в направлении центрального ипподрома. Солнышко выглянуло. Сейчас светит прямо в камеру. К сожалению. Так, здесь есть как скаковая улица, так и скаковая аллея. Ну, понятное дело, скачки, ипподром. Все такое в этом роде. Так, здесь, я как понимаю, скаковая улица. Вот прямым углом. А скаковая аллея сюда, вот в сторону ипподрома. Здесь какое-то учебное заведение, что ли, военизированного типа. Кадетский корпус. Судя по карте, мы здесь по скаковой аллее сейчас двигаемся. Вот. Так. Вот сюда вот упираемся, понимаем, в тупичок. Там этот кадетский корпус или что там располагается. А здесь, я так понимаю, уже ипподром. Забор. Трибуны. Такой запах специфический, лошадиный. А вот территория ипподрома. Выжившего тут практически в центре города.
Так, ну все.